Прозвенел первый звонок на урок. Каникулы подошли к концу. Торжественная линейка прошла в гимназии номер 56 в поселке Красково. Подробнее расскажет наш корреспондент. Торжественная линейка в гимназии номер 56 и нарядные ученики. Для кого-то это будет первый звонок на урок. Первоклассников с их новым этапом жизни спешат поздравить педагоги и родители. Я от всей души рада приветствовать вас в этот замечательный, яркий, солнечный день осени. Так повелось, что 1 сентября традиционно в нашей стране отмечается День знаний. И сегодня порог нашей гимназии переступят 159 первоклассников. Дорогие наши ребята, я поздравляю вас с этим замечательным днем. Сегодня вы становитесь частью нашей большой гимназической семьи. По итогам 2022-2023 учебного года гимназия 56 вошла в топ-100 лучших образовательных организаций Московской области и заняла 23 место. Вы сегодня находитесь, дети обучаетесь в одной из лучших школ Подмосковья. Лучших, потому что в области порядка 1200 школ в рейтинге. Школа 56 занимает 23-ю позицию. Я вас с этим поздравляю. И сегодня я хотел бы вручить Наталье Борисовне два сертификата. Значит, на 5 миллионов рублей для школы на приобретение необходимого оборудования. Вот такой секретный сертификат, Наталья Борисовна. И для педагогического коллектива на 3 миллиона рублей вот такой сертификат. Торжественный подъем флага и гимн России. Песнями и танцами встречала вновь гимназия своих учеников. И важен этот день не только для первоклассников, но и для будущих выпускников, чье школьное 1 сентября – последнее. Очень волнительно, но также очень прекрасно, потому что ты осознаешь, что это последний год. Осталось немножко поднажать, поработать, и наконец-таки я вступлю в взрослую жизнь. Прозвенел долгожданный первый звонок, и всех учеников пригласили в классы. Там первоклассникам вручили свидетельство первоклассника и раздали сладкие подарки. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.